Ну что, девочки, мальчики, все готово. Смотрите, вот такой получился плов. Видите? Пар идет. Все рассыпчатое, рис рассыпчатый. Петя, как тебе? Вкусно. Одно слово, да? Все, вкусно. Что, не хватает? Все хватает. Всего хватает, очень вкусно. Морковка крупная. Очень вкусно. Вот так вот. Приятного аппетита нам. Сегодня у моей дочери день рождения, у Машеньки. Мы ее с утра поздравили. Жаль, конечно, что мы не можем встретиться сегодня. Она живет в Екатеринбурге. А мы вот здесь. Поэтому, ну, скоро встретимся. Машуль, не переживай. Мы тебе уже нажелали всего-всего. Сегодня разговаривала с ней по телефону. Она говорит, мама, не столько хороших слов написали, наговорили, что я прям такой прекрасный человек. Я говорю, ты такой есть у нас, как солнышко. Мы ее зовем солнышко наше. Так что вот, Машуля, привет тебе от нас. Мы едим плов. Всем хорошего вечера. И пока-пока. Просто слюнки бегут. Очень вкусно.